Эта машина является призером чемпионата Европы. В чемпионате Европы и в Испании, и в Польше она заняла второе место. В Владивосток она прибыла в апреле 2012 года. Здесь она участвовала во втором этапе по автокроссу в городе Шкотово. Это Toyota Corolla Levin 1986 года выпуска, задний привод. Машина специально строилась под дрифт. Строили мы 6-7 лет. Постоянно что-то дорабатывается в ней. А начинали мы участвовать еще в 2009 году. Это была формула дрифт. Проводилась она в Артеме во взрослом парке. Далее были 2 года РДС. И в этом году дрифт стритлигал на Змеинке. Ну, самое большое достижение в этом году — мы стали чемпионами на Змеинке. Машина Nissan Silvia 90-го года в 13-м кузове. Ну, строили, как бы, собирали машину на этапы российской дрифт-серии. Немного не успели, поучаствовали всего в одном этапе. И ну, вот сейчас будет 20 числа закрытие, будет следующий этап, еще один примем участие. И участвовали в Красноярске, Красноярская дрифт-битва.